В Омске обрушилась часть жилого дома. В этот момент в здании находилось несколько семей. Люди живут в двухэтажке на свой страх и риск. Несколько лет назад дом признали аварийным. Однако жильцы пока так и не расселены. Почему, выясняла Юлия Боброва. Трещины на стенах, гнилые окна, а теперь еще и огромная дыра на потолке. Этот ветхий дом по улице Пушкина разваливается на глазах. Жильцы услышали грохот в 9 утра, когда поднялись наверх. Оказалось, что вместо потолка зияет огромная дыра. Находиться здесь попросту страшно. Специалисты, которые выехали на место ЧП, заявили, в любой момент может рухнуть и другая часть потолка, и стена в этом помещении. Год назад кровля в этом доме уже разрушалась. Тогда жильцам тоже повезло. Никто не пострадал. Дом аварийный, как и соседнее здание. Практически все жильцы переселились в Рябиновку. А оставшиеся семьи уезжать на окраину города не хотят. Да и качество жилья в новостройках микрорайона, по их мнению, неудовлетворительное. Мы с сыном поехали, там стена вот такая, девушка. И вот он у меня строитель, по строительной части. Он сказал: мама, лучше тут жить. Люди отказались даже от временного жилья, боятся, что потеряют квартиры. Мэрия пыталась выселить собственников несколько раз. Закон на стороне людей. Только вот кроме Рябиновки мэрия им ничего не предлагает. Других свободных жилых помещений для предоставления граждан нет. Вот. Поэтому то, что приобрели, но они собственники. Мы соглашению жилое помещение предоставляем. В дело вмешалась прокуратура. В итоге суд признал бездействие чиновников незаконным. Теперь им придется расселить людей из опасного дома. Принимать незамедлительные меры по решению вопроса. Либо предоставление жилого помещения, приемлемого, скажем так, для гражданина по соглашению между ним, либо выкупной стоимостью. Получается, мэрия вновь может предложить жильцам квартиры в Рябиновке. Те снова могут отказаться. И тогда, если они не захотят получить компенсацию за свое ветхое жилье, их все же могут выселить уже по суду. Находиться в аварийных зданиях опасно для жизни. Юлия Боброва, Евгений Русенко, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.